Всем привет! Сегодня видео опять о многом, много косметики, много новинок. Начну я, пожалуй, со своего макияжа. Ну, на глазах у меня тени Шантекай, но о них я не буду говорить, говорила уже. Скажу про карандаш. Карандаш для глаз Романовой Мэйкап. Я купила его своей маме, но скажу по секрету, что я воспользовалась им сегодня сама. Хотела посмотреть, может быть, куплю себе тоже такой же. Это черный карандаш, стойкий. Обычный карандаш, но очень-очень качественный. Мне он очень понравился. Рисует так и тоненько, и насыщенно, и гладко, не царапает глаз. Внутри идеально прорисовывает. В общем, я его очень советую. Я вообще советую карандаши от Романовой. Очень уж они хороши. У меня есть для губ, и вот еще теперь для глаз. Ну, правда, не мой, но все равно я его попробовала и могу вам его рекомендовать. Густой, насыщенный черный оттенок. Помада на мне вот эта. Это Charlotte Tilbury. Недавно я также ее показывала. Но я, правда, не могу никак найти ее название. Не помню, говорила я вам или нет. Вот такая помада. Оттенок Charlotte Darling. Наверное, это и есть название. Вот такое. Матовая помада. Ну, достаточно комфортная на губах. Теперь перейдем к новинкам. Я давно мечтала, даже не могу вам сказать сколько, о розовой водичке от Шантекай. Когда я говорила о розовой водичке, я почему-то представляла просто розовый цвет, но никак не думала, что она настолько сильно пахнет розами. Очень приятно, особенно для тех, кто любит аромат розы. Я, кстати, не такая большая поклонница. Не люблю розу ни в парфюме, ни в каких-то средствах. Но здесь не раздражающе. Кроме того, сразу же после нанесения этот аромат выветривается. У меня маленький объем. Это 30 мл, мне подарила подруга на день рождения. Вот видите, как бывает, день рождения проходит, а подарки поступают и до, и после. Это очень приятно. Так растягивает надолго. Здесь очень хорошее распыление. В этом году только много появилось именно термальных водичек. В общем, водичек, которые нужно распылять, бустеров всевозможных. И вот теперь еще одна. Наверное, все-таки она будет любимой водичкой, потому что очень хорошее распыление и увлажнение сразу чувствуется. Я очень хотела попробовать, кстати, по вашим рекомендациям, за что вам большое спасибо. Я надеюсь, вы меня слышите, я очень тихо говорю почему-то. Это сыворотки, в общем-то. Такие маленькие сыворотки, C10+, и C23+. Вот Мила сказала, что сейчас у нас нет солнца, можно пользоваться C10 днем, а C23 оставить на вечер. Вот эту сыворотку я уже попробовала. Сейчас она такая прям работающая, мне показалось. Я почувствовала ее действие. Но быстро это прошло, также впиталось, то есть, и прекратилось. А так, ну, ни покалывание, ни нижение, просто ощущала ее на себе. Вот так было. Очень жду какого-то результата. Мне кажется, должен быть, потому что с первого применения я прям почувствовала это. Еще скажу про подруг. Подруга моя недавно купила вот эти тени. Sparkle, вот Bobbi Brown. Это Old Spice 28. Потом принесла их мне. Говорит, что я не хочу. Вот так вот у меня появились все эти тени. Вот, все-таки они симпатичные. Вот так выглядят. Вообще, у Bobbi Brown, я уже говорила, очень красивые тени. И у меня есть такие матовые, очень много матовых. Есть и блестящие тоже такие. Такие были, ну, в другом оттенке. А теперь будут вот эти. Покажу вам скотч. Посмотрите, как они красиво играют. Вообще, на глазах они очень хорошо смотрятся. И косметика Bobbi Brown, она такая косметика именно для... Они... Не то чтобы для жизни, она вся для жизни. Но знаете, как бывает такая косметика, на которую смотришь, так любуешься, восторгаешься, наносишь, она как-то не так смотрится, не так играет, как в корнере, как в упаковке. А вот эта косметика очень хорошо смотрится как в упаковках в корнере, так и на глазах, и на лице, хотел сказать, на теле, на лице. И еще она мне дала кое-что. Вот. Это такой красивый блеск от Urban Decay. У меня есть так этот Heavy Metal. CDC. А у меня есть... Я даже не знала, что такие названия там. Сейчас покажу, какой у меня оттенок. У меня упаковки, конечно, сразу можно понять, что это тоже Heavy Metal. Это линейка, значит, Heavy Metal. А у меня Spandex называется. Вот, теперь у меня вот такие два оттенка. Это даже красивее. Можно стрелочку нарисовать, можно просто здесь внизу, я люблю делать такой яркий акцент, и просто растушевать, но растушевать это уж как-то Новый год на глазах, но красиво. Покажу вам свотчи, на них тоже посмотрите, как они хороши, как переливаются. Очень приятный подарок, вы будете смотреть после Нового года, но я, конечно же, получила его дом, прямо аккурат перед Новым годом, и это мое давнее тоже желание. Я вычеркнула уже два пункта из своих желаний. Мольте Браун. Кто слышал об этой марке? Это очень, теперь могу сказать, это очень крутая марка. Если я до сих пор хвалила по ароматам марку Сабон, это уход за телом,
то теперь я скажу, что еще есть одна марка. Это Мольто Браун, которая сравнится по ароматам с Сабон. Открываем. Смотрите. Какая прелесть. Это настоящие елочные украшения, елочные шары. Но на елку их повесить будет невозможно, они очень тяжелые, потому что здесь гель для душа. Но я бы больше даже сказала, что это скорее как масло для душа. Вот, какие они красивые. Как они переливаются, как они играют. Они здесь с блеском. Но этот блеск не чувствуется на коже. Мой любимый аромат вот этот. Бренди. Вот. Вот он тоже очень теплый, для зимы идеальный. Я подпишу вам каждый, как называется. Здесь все такие красивые ароматы. А знаете, когда их просто так слушаешь, они не так хороши. А когда в душе, как они пахнут. Вот этот очень согревающий. Мне показалось, что здесь даже корица, что ли. Вот что-то такое, наверное, бренди с корицей. Вот, очень приятный. И как гель для душа тоже очень хороший. Но я сказала, что больше масла для душа, потому что хорошо смывается, сразу же не остается. Когда приходится по 100 раз смывать, смывать, и тебе кажется, что гель остался. Нет, здесь такого абсолютно нет. Очень хорошая консистенция. Единственный минус здесь тоже, конечно, есть. Очень сложно отсюда выходит этот гель. Просто вот не хочет никак он вливаться. Нужно вот так стоять, трясти. Как-то этот еще ничего, а вот этот, только же вот этот, почему-то он еще более густой, и прямо так сложно было его ждать. Видите, какие красивые. Так, здесь нужно вставить какую-нибудь новогоднюю песню. Но я не могу, потому что YouTube сразу перекрывает и говорит, что права не принадлежат мне на песню, и все. Видео не могу выложить, поэтому без музыки. Я не знаю, как другие это делают. К сожалению, у меня нет каких-то знакомых, у которых я могу это найти, и а искать очень долго. Этот аромат, не сказала вам, он такой банный. На самом деле, как должно пахнуть в ванной комнате, такой банный аромат. Очень приятный, цветочный, легкий, прозрачный, весенний. Если вы хотите зимой вдруг встретить весну, хотя наша погода это делает постоянно, нам такие сюрпризы, вот если у вас нет, вы можете встретиться с ней в ванной. Так, и вот этот последний аромат тоже невероятной красоты. Это вишня. Прямо вот, знаете, вишневый такой запах. Ну, я могу сказать, у меня это раз прям в 100 красивее. Потому что я вижу как-то на просвет, и у меня здесь все так переливается огнями, так красиво. И сделано так хорошо. Я даже решила, что когда они закончатся, все эти гели, я не буду выбрасывать. И набросаю туда просто каких-то блесток. Может быть, даже, знаете, блестки есть от Pat McGrath. Вот их туда. И будет у меня елочное украшение. Так, висеть потом. Так красиво. А можно, кстати, сделать такие подарки. Вот, вы можете каждому, ну, повесить или там рядом положить с елочкой, и будет каждому члену семьи подарок. Это тоже будет очень приятно. А я совсем забыла показать вам, как мне упаковала Луиза. Вот в такой коробочке я получила этот подарок. И здесь посмотрите, какая роскошь, как все это блестит, переливается. Вот, кстати, вот это вот я могу как раз и положить в шары. Они легкие, будут держаться. Мне очень понравилось оформление. Я так открывала, думала, что же там, что. Все-таки, когда просто открываешь коробочку, и там сразу видно это одно, а когда ты распаковываешь, думаешь, так что, какой сюрприз там ждет? А тем более, если это давняя твоя мечта, не то чтобы мечта, но давнее желание, и оно вдруг сбылось, очень приятно. Не знаю, когда я буду выкладывать это видео, но я думаю, что впереди еще много праздников, и такой подарок будет актуален и даже на Рождество, на Старый Новый год. К слову о подарках. Хочу показать вам еще. Вот есть у нас такой магазин «Цвет ночи». Это магазин нижнего белья. Естественно, я не буду показывать, что я себе купила. Сделала сама себе подарок, но покажу одну детальку. Это то, что я себе купила в такой коробочке красиво. Вообще фиолетовый один из самых моих любимых цветов. И посмотрите, какой мешочек прилагался к этому. Такая прелесть, мне очень понравилась. Это бархатный мешочек. Mason Closs называется марка. Вот так вот делаем. У меня такой мешочек, и там будет храниться белье. Можно даже туда добавить каких-нибудь ароматизированных листьев или лепестки розы. Будет красиво пахнуть. Это Пандора. Уже все тут распаковала я. И вот, это новый браслетик. Сейчас вышли новые браслетики. Вот. Какая прелесть. Лаконично, очень красиво. Вот. Купила здесь такой, как стопер, не знаю, вот на такие тонкие браслеты продаются вот такие вот новые вот шармы, или не знаю, как их назвать. Вот. Они разных есть цветов, я выбрала вот такой белый, серебряный белый. Вот такой.
как он мне сейчас подходит, кстати. Но я снимаю до Нового года, поэтому я решила, что у меня на Новый год будет. В новом нужно встречать, в чем-то я буду в новом браслете. Ну и если вы остались до конца сейчас со мной, то я покажу вам супер продукт. Это антивозрастные японские патчи для зоны вокруг глаз. И можно также использовать для зоны вокруг губ, чтобы разгладить эту зону тоже. Но я думаю, что можно еще использовать для шеи, потому что это тоже будет прекрасно. Моя проблема, я всегда хочу все для шеи использовать. Когда я их заказывала, я всегда думала, почему здесь светлые, а показывают то красные их антивозрастные, то белые. Оказывается, вот так. Так, ну здесь не знаю что. Здесь написано, как пользоваться, а внутри красная коробка. Такие патчи, посмотрите, какие они внутри. С первого раза я не почувствовала, не увидела изменений, но со второго точно. Когда улыбаешься, вот здесь вот морщинки как-то разгладились и перестали существовать. Ну, может быть, на какой-то определенный период, не навсегда, может быть, но, по крайней мере, сейчас так. Открываем. Смотрите, здесь какой пинцет. Обычно бывают ложечки, а здесь пинцет. Мне показалось это очень удобно. Гораздо лучше, чем ложечка. Вот если бы я снимала чуть раньше, я бы, конечно, добавила эти патчи в открытие года. Но скорее они уже будут в следующем открытии, так как снимается видео все-таки за год. Вот. Смотрите, какие они. Здесь нет также геля сверху нигде, но они пропитаны, и они не высыхают. Эти патчи имеют интересную оригинальную форму. Ну, они полностью покрывают вот здесь зону вокруг глаз и даже доходят на виски, то есть разглаживается все. Также их можно использовать на носогубку. Мне кажется, можно даже использовать их для шеи. Это моя проблема, хочу для шеи все использовать. Вы получаете действительно более живой и четкий взгляд даже от того, что кожа становится под глазами более разглаженной, более напитанной. И этот эффект сохраняется, кстати, очень долго, в течение всего дня. В то время как обычные патчи, ну это просто действует там на пару часов, 3 часа. Вообще маски для лица не действуют недолго. Кажется, до 7 часов самый максимум. А здесь вот все время, пока не умоешься, ты понимаешь, что у тебя напитанная кожа под глазами. Вот если бы я такой еще крем для кожи вокруг глаз раздобыла, было бы шикарно. Я, пожалуй, поищу, вдруг у этой марки есть еще что-то такое, и я буду этому очень рада. Есть такие патчи еще и серые с белым, это для всех типов кожи и для всех возрастов, по-моему, а вот эти именно антивозрастные. Эти патчи с экстрактом стволовых клеток. Это все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.